Анастасия Заворотнюк. Где она сейчас находится и как происходит лечение? Говорят, родным актрисы сейчас не до веселья, так как состояние Анастасии продолжает ухудшаться. По одной из версий, актриса сейчас находится в коме. Якобы после многочисленных операций и курсов химиотерапии врачам пришлось погрузить Заворотнюк в медикаментозный сон. Этим можно было бы объяснить тот факт, что никто из окружения не поздравил актрису публично с днем рождения. Ведь если Анастасия находится в таком состоянии, то принять поздравления она в любом случае не сможет. Кстати, дочь актрисы своим недавним отъездом в Дубай лишь подогрела тревожные слухи. Стала бы она покидать Россию накануне дня рождения матери, если бы та находилась в сознании? Поклонники уверены, что нет. Ведь каждый проведенный вместе семейный праздник для родных больной раком сейчас на вес золота.